у нас, как некоторые области, шагнули вперед, скажем. Вот это очевидная вещь. Это было неизбежно. Вопрос был только во времени. И то, что мы делаем, помогая людям, спасая их отсюда, с одной стороны, а с другой стороны, предпринимая меры обеспечения безопасности самой России, очевидно, что другого выбора у нас не было. Это правильный шаг. И то, что цели будут достигнуты, нет никаких сомнений. Мы не собираемся изолироваться. А жестко изолировать в современном мире вообще невозможно. Никого, а уж такую огромную страну, как Россия, точно невозможно. Поэтому мы будем работать с теми нашими партнерами, которые хотят взаимодействовать.